Время. «5:47. Скончался, не приходя в сознание. Боюсь, эксперимента не бывать. Торопитесь, доктор. Дышит. Все равно это бессмысленно. И к тому же, сегодня воскресенье. Я попрошу тишины. Начинаем. Сегодня вводим мертвого в транс, а завтра собаке человеческий гипофиз пересадим. Вот незадача-то. Вы промахнулись. Знаете что? Вас тут никто не держит. А? Хватит! Видите? Все. Сколько? 5:50. Вот еще! Не спорьте. Не спорьте со мной, это я. Это я остановил смерть, это очевидно. Это всего лишь судорога. А вы шарлатан! Да что вы за доктор, если так торопитесь хоронить ваших пациентов? Друг мой, смените скальпель на лопату. Лопату? Лопата ваш инструмент. Ваши учебники — средневековая ересь. Ваш рецепт — дым и зеркала. Мои эксперименты двигают медицину вперед. Единственное, что двигается от таких экспериментов, это ваш ум. Такие, как вы, сожгли Джордана Бруно. Сначала я подумал, что вы разыгрываете меня. Но, похоже, вы всерьез решили загипнотизировать мертвого. Сделайте что-нибудь! Получилось! Получилось!
5:53. Эксперимент не удался. Ошибаетесь, доктор.